вот хочу предоставить вашему вниманию вот такую крышечку на объектив фотоаппарата. В данном случае фотоаппаратом Sony. Вот такая вот крышка. Такой упаковки пришла с магазина Tinodial. Значит, вот что входит в упаковочку. Это вот сама крышка на объектив и вот такой вот шнурок. Вот. Крепить ее к фотоаппарату. Ну вот что она из себя представляет. Эта крышечка вот входит. Упоры, которые на объектив непосредственно. Вот эта сторона. Вот они упоры. Очень тугие. Очень тугие на этой крышке упоры. Вот. Крышка сама я подбирал для фотоаппарата Sony. Вот для вот этого фотоаппарата Sony подбирал крышку. Здесь родная крышка вот такая. Эта крышечка вот, пожалуйста, вот такая она будет. Можно посмотреть. То есть вот так, наверное, будет. То есть различается она. Ну, вроде по диаметру они одинаковые на 55. Вот, попробовал в запас взять, тем более она очень, она недорогая, $2 стоит. Ну вот в запас прислали, сейчас попробуем ее померить, как она у нас оденется. Эта крышка снимается, она очень легко на фотоаппарате держится. Вот это родная крышка. Вот эта крышечка вот, да, тоже подходит. Немножко меньше, как бы видно. Но она очень туго держится. Очень туго держится на фотоаппарате. Вот. Вот так одевается. В общем-то, закрывает объектив. Чуть-чуть меньше, чем родная крышка, закрывает объектив. Может, вот так вот будет видно. Вот. Вот так вот, если видно. Да? Ну, буквально немножко края ее. Практически объектив закрытый. Ну, от пыли, от грязи, от каких-то брызг он будет. Так что можно использовать вот на Sony Alpha, пожалуйста, вот такую вот крышечку вот на объектив. То есть, ну, я щелей не вижу здесь нигде, ни с каких сторон. Вот. Так что это вот у меня Сонька соточка фотоаппарат. На них, конечно, очень тяжело подобрать. Да, если она и будет, то стоить она будет, конечно, недешево у нас здесь в магазинах. Если, допустим, Sony покупает. Но никак не $2, конечно, не 60, не 70 рублей. Поэтому, если у кого такая необходимость, и уже ни крышки нигде не может ни купить, ничего, можно заказать в магазине Tinodial вот такую вот с фотоаппарата Альфа. Вот я говорю, что она подходит. Довольно-таки жестко держится, кстати. Очень жестко держится. Вот такая вот крышка для объектива.